главный тренер футбольного клуба «Океан», Спартак Владимирович Жигулин. Спартак Владимирович, ваши впечатления от сегодняшней встречи? Ну, сегодня тяжело было играть. Ветер сыграл свою роль. Мы первый тайм играли против ветра, и практически не было даже ударов по ворот. Мы практически отбивались и кое-как контролировали мяч на своей половине поля. Ни подходов не было, ничего. Но и Патурия, тем не менее, атаковала, созидала. Много, конечно, судья ошибался. Ну, и в конце, когда этот штрафной должен был показывать желтую карточку футболисту Евпатории за симуляцию, он поставил штрафной, и мы пропустили гол. Это бывает в футболе практически часто. Ну, на второй тайм все стало наоборот. Мы по ветру играли, мы много контролировали, были подходы, но ударов таких стопроцентных и, наверное, даже голевых моментов не было. Были только навесы, подачи, и то они куда-то улетали за лицевую. Да, я же скажу, если бы были исполнители, может быть, мы что-то извлекли из стандарта. Ну, и в конце опять пропустили контратаку, защитника обыграли нашего на ленточке и в свои ворота забили гол. Мы выбываем из кубка, но у нас задача стоит остаться в премьер-лиге. Как раз по поводу премьер-лиги осталась одна игра. Как вы оцените в целом вот эту первую осеннюю часть в исполнении «Океана»? Ну, всем известно, как мы собирались. У нас не было ни сборов, ни тяжело. Мы заявились последний день заявки, и то еле-еле количество набрали. Ну, сейчас я могу сказать это. Ну, в течение сезона мы набирали. И меняли футболистов. Ну, вот в конце где-то мы нашли более такой оптимальный молодой состав, который может играть, который может добиваться. Ну, поднялись, конечно, ушли с последнего места, это пока радует, но еще одна игра. Ну, я думаю, что зимой чуть поменяемся и будем ставить задачу остаться.